Всем привет! Сегодня я вам покажу одну из работ знаменитого архитектора и скульптора чешского пражства, я бы сказал, Дэвида Чёрный. Интересно. Честно говоря, мне всегда было интересно смотреть на эти вот скульптуры. Этих творений и инсталляций в Праге достаточно много, это Дэвида Чёрный. Я потом еще раз вам покажу парочку. Сделал я видео. Много в Праге различных инсталляций, таких необычных, каких-то дурацких, я бы сказал. Но, знаете, вызывает определенный интерес. Это просто интересно посмотреть, почему не посмотреть. Вот, видимо, этот Дэвид Чёрный пользуется некой популярностью. Действительно, около его скульптур, этих инсталляций различных, много народу, которые смотрят. И у него есть какая-то лазейка в муниципалитете, которая дает ему право на вот такие вот интересные скульптуры. Эта скульптура называется, это инсталляция, скульптура, я не знаю, как называется. Вот эта штука называется голова Кафки. Она состоит из нескольких сегментов, которые постоянно крутятся, изменяются. Часть, верхняя часть головы отъезжает куда-то, потом нос, потом губы, потом подбородок. Сначала в одну сторону, в другую, потом опять она соединяется вот в большую голову. Как правило, около этих скульптур этого автора много людей, которые смотрят, которым действительно интересно. Ну вот я там был, тоже несколько раз смотрел. Мне было интересно. Если вам будет интересно, то будет в Праге, обязательно посмотрите. Вот. Вот, собственно говоря, и все. Смотрите, вдруг понравится. Все, пока, всем привет. Зовут этого мужика Дэвид Чёрный.